Монументальна совкова простота. Можна скільки завгодно скаржитися на відсутність фінансування, але для наведення елементарного порядку великих грошей не потрібно. Достатньо бажання. Ми ж констатуємо, сервіс препоганий. І так вважаємо не тільки ми. Нету ні місто, ні присесть, ніколи не вступають. Ні, всюди грязне. Не слідять. Грязно это, во-первых, много жителей без места прописки. Я довольна, но я очень недовольна нашим туалетом на вокзале. Во-первых, 2,50, во-вторых, какой там запах? Это же ужас. Если вы подняли цену, так сделайте же условия, чтобы можно было зайти. Там невозможно зайти. Не задоволена, там не мает место для пассажиров. Это не вокзал, это только название. Так для меня вокзалы везде одинаковые. Комфорта стильно не то самое. То есть нам оно не очень давно же. Туалет построить надо на вокзале. Чтобы было куда сходить в туалет. Так тут ешь. Где он? За километр после захода. 2,25. 2,25 и а маршрут 2,50. Есть разница? Я Віталій Ковачів, ведучий проєкту «Дістало» каналу ICTV. Підписуйтеся на наш YouTube-канал і будете знати більше про те, що ми говоримо і показуємо.